Да нет, я видео снимаю. Че, друзья, всем привет. С вами, как всегда, я, диджей Борискин. Пойдемте, ребят, немного прогуляемся чуть-чуть. У меня, как всегда, телефон уже сел на пауэрбанке. Находится. Вот на такой штуке висит у меня телефон. То у него батарея уже села. А я с вами иду прогуляться. Наташа меня попросила, чтобы я ее пофотал. Сейчас залезал вот в эту форточку только что. Блин, жалко и все. Наташа, а что ты меня не засняла, пока я сюда залазил за очками? Короче, у меня жена в бассейне очки забыла, бассейн закрыли. Я через вот эту форточку залез там и достал ей очки, короче, сходил туда. А то она хотела тут пофотаться на закате. Типа, говорит, без очков не буду фотаться, а мне все равно. Мне нравится без очков больше. Блин, вот музыка вообще не в тему, конечно, на самом деле. Потом сейчас АП на YouTube прилетит. Ну хотя за такую музыку, может, и ничего АП не прилетит. Это же местная музыка. Ну тоже может, конечно. Короче, друзья, идем, гуляем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Наташ, да что ты бежишь? Я не могу говорить и бежать за тобой. Подожди меня. Слышишь, давай вместе пойдем. Постой, паровоз, не стучите колеса. Да, ты с левой стороны, я с правой, а то мне так неудобно. Все. Как очки появились, так сразу бежишь. Надо было не доставать твои очки, да? Что за морал? Нормально? Все? Нормально все. Да это хрень полная. Вот эта колонка, блин, где мне YouTube авторское право это сделает за эту колонку дебильную. Нахрена вот это врубать, на всю катушку уйти вот так вот. Ну, бывают такие люди, конечно. Тут все отдыхают, они с своей колонкой ходят. Да. Придурки. Да, таких людей я придурками называю. Все отдыхают, тут спокойная вода, шум моря. И тут свою музыку включают дурацкую. Что там? Короче, друзья, надо мне куда-то в спортзал записаться, потому что я, оказывается, такой костяной весь. Короче, тело, чтобы подвижным было. Вот, и еще хочу, короче, наверное, на плавание надо записаться все-таки, чтобы тело тоже было более подвижно. Не просто слова, ну да, было бы тоже круто. Не знаю, какого моя маечка. Наташка, что такое? Говорю, так хватит меня дергать. Что это ты дергаешь? Ты меня вот так вот делаешь, что дергаешь, ты меня дергаешь. Ничего страшного с тобой не случилось. А тебе как удобно так делаешь, а то что мне так неудобно, ты кофе не. Ну что тебе неудобного? Что, я тебя поцеловал, тебе неудобно было? Или что? Ты меня дергаешь. Слушай, а вон на тот пирс еще не ходили. Да ничего не опоздали, он нормальный фото. Короче, я тебя очки вовремя достал. Что ты моешь? Пошли фото. Короче, пошли, просто прогуляемся до пирса и обратно, она вылезет. А потом обратно вот здесь пройдем, вот тут никого нет, тут поснимаю тебе. На пирсе мы пошли. А здесь типа поле, ребят, просто. Ни зоны, ни базы, ничего нету. Вода, конечно, красивая очень. Но она очень холодная. Я сегодня уже покупался чуть-чуть. Не хватило. Солнце. Ты меня с той стороны тогда снимешь, чтобы без людей и без моста, вот в эту сторону. Я вот так пройдусь или пробегусь, а ты меня с той стороны в эту. Ты с той стороны будешь снимать в эту?
Ну, вот. Людей не было. Ты куда-то бежать собираешься? И оттуда еще, да? Да. Вот когда я прошу меня поснимать, ага. Пошли. Сейчас солнце ждать будем. Давай вот так по пирсу прогуляемся, пока туда-сюда, пока твое солнце выйдет. Ну, вон там пирс такой красивый, другой. Я на него еще не ходил. Да, этот бесконтрольный. Да, наоборот, он лучше. Тут и вон мостики, где поменьше. Более не пойдешь, потому что уже я без 20 или уже, наверное, без 15. Уже без 10 даже. Ну, туда-обратно прогуляемся и пойдем на ужин. Че? Или сразу? Ну, облако скрылось, ну, сразу пойдем на ужин тогда? Ну, идите на ужин тогда, я сейчас по любой прогуляюсь до пирса этого и все. Пошли быстро до пирса, туда-обратно прогуляемся, солнце твое вылезет. Пошли. Нет, ты мне пока без солнца сними, потом солнце. Дальше. Ну, давай, иди тебе снять. Ну, сейчас будем снимать ее. А что тебе там мешает? Может, у них какое-то мероприятие вон там. Как я тебе так сниму тогда? Это я только план снимать. Ну давай, будем пробовать. На мой телефон все снимется. Ну ты смотри в телефон, как ты снимаешь. Видео или что тебя снимать? Сейчас посмотрю это. Ладно, друзья, давайте я стоп нажму, а то я так не так. Все, пока, всем на канал подписывайтесь, ставьте лайки. Все такое, с вами стоять Жибирискин, пока-пока, ребят.